Софи ходит за мной хвостом, я даже не могу ее снять. Дай понюхать, Софиш. Новый член семьи. Кто же это такого? Хай, я Юми, подписывайся на канал. Это такая красная кнопочка подписаться. Она вот там вот внизу под видео. И нажимай колокольчик, чтобы самым первым узнавать о новых роликах на канале. А я Софи, а это Эльман и Миша. А я Юми. Ты уже сказала. Мне кажется, мама идет. Почти не опоздала. А я Юми. Что это вы тут без мамы делаете такое? А? Что вы тут делаете? Хай, ребята, вы на канале Magic Family, меня зовут Аня, и со мной мои собачки, а еще у нас тут очень много других питомцев. И сегодня мы с моей собачкой по имени Софи, которая вот сейчас дерется со своим братом Эйвоном, в хорошем смысле слова играет, пойдем проверять нашего ослика, которого мы совсем недавно спасли. Я даже сама немного, ребята, переживаю, потому что сегодня мы увидим первую реакцию собаки на ослика. Она никогда не видела таких крупных животных, и мне даже самой очень интересно. Так что смотрите ролик до конца, потому что у нас еще будет для вас очень интригующая загадка про нового питомца. Что-то у нас, ребята, похолодало, хотя уже совсем на дворе весна. И сейчас я иду к нашему ослику Моисею, которого мы спасли и лечили. И у него сейчас лучше уже все с копытцами, потому что он прошел несколько процедур. Софи, давай, иди сюда. Вот тут в чистоте и красоте, в сухости поживает наш Моисей, ослик. И сейчас он впервые в жизни, и Софи тоже впервые в жизни, потому что она сейчас со мной, увидят друг друга. Моисей, привет, зайка. Дай почешу щечки. Смотри, кто это? Софи ходит за мной хвостом. Софи, смотри, кто это? Софи испугалась Моисея. Софиш, это Моисей. Софи ходит за мной хвостом, я даже не могу ее снять. Софиша. А Моисей не особо как-то реагирует на Софи, он даже не смотрит на нее. Софи, иди сюда. Она оббегает его. Моисей понюхал Софишу и отвернулся. Да, это собака. Собака по имени Софи пришла к тебе в гости. Нюхают друг друга. Ну, какая милота! Моисей, тебе нравится Софи? Да? Хорошая? Она хорошая, да? Добрая собака. Шерстка у Моисея уже стала почище, получше. Ведь его чешут и расчесывают, да, красавец? И вот после нескольких процедур копыта Моисея уже гораздо лучше. Он по сравнению с тем, что было, кто смотрел наше видео, тот помнит, какие были копыта у него, совершенно бесформенные, длинные. Привет! Привет! Привет, мордаха! Вот такая у него красивая гривушка, шерстка. Скорее всего, так как у ногти у человека, если огромные, длинные и отрастить, то ходить, наверное, еще не очень приятно и, более того, наверное, непривычно, да? Пойдем! Моисей, красавчик! Дай понюхать, Софиша. Смотри, как он тебя нюхает. О, не видела еще такую маленькую собачку. Софи, не подходи сзади к нему. Он уже прям дает, да? Молодец, Моисей. Ничего себе. Зарядку, зарядку. Вот кому ты же ноженьки расчищать, Моисеюшка, мой сыночек. Как сегодня подвинешь? А, думни. Молодец, Моисей, получает морковь. Ай, молодец. Ой-ой-ой, молодец. Ат, молодец. Молодец, поклонился. Его били, потому что от резких движений шарахнулся. Ты мой кукол. Пока, увидимся. Загадка. Продолжите фразу. У нашей таточки новый член семьи. Кто же это? Кто же это такого? Если вам придет идея какая-то в голову, вы отгадайте, напишите в комментариях, что это будет. Точнее, кто. Приветики вот этим ребятам, случайно репостнувшим наше видео из группы ВКонтакте или со страницы мамы ВК. Привет вам! И лайк поставьте, да? Да-да-да, Юми, да. И лайк поставь, да? Да-да, я же сказала. Я слежу за тобой, ставь лайк. Увидимся.